Лето, солнце, каникулы. В сельских населенных пунктах, как правило, в летний период детей становится больше. К бабушкам и дедушкам приезжают внуки. Кирсово детские площадки становятся удачным местом для новых знакомств. В этом году их стало на 3 больше. По словам примара Сергея Сапунжи, благодаря инициативе сельчан. Когда обращаются к нам жители, мы обязательно просим жителей, чтобы они активно принимали участие в благоустройстве, в строительстве этих детских игровых площадок, для того, чтобы в дальнейшем они и сами отвечали за их чистоту. На новой площадке можно и босиком пройтись. Территория здесь покрыта песком. Местные жители планируют посадить деревья и продолжить ограждение. Очень детей много собирается здесь. С других улиц приходят, играются здесь. Вот. И поэтому решили сделать Сергей Дмитриевич, обсудили с ним, если есть такая возможность, чтобы мы сделали здесь площадку. Он сказал, есть возможность, можем сделать. Помочь в этом, если хотите, мы делаем. Угу. Сделали площадку, дети собираются. Еще больше начал приходить с других улиц. Так что все прекрасно, все хорошо. И это действительно хорошо, когда слышен хор детских голосов. Мы приехали утром, вероятно, дети еще спали, но кирсовчане постарше уже были здесь. Это еще одна площадка, расположенная в юго-западной части Кирсова. Одно время сильно много здесь мусора было. То начали между собой ругаться один на другого, один на другого, люди начали капать глаза. Почистили, пожалуйста, чисто. И теперь здесь что? Здесь детки играются, все зелено, прекрасно. Деток все. Много тут? Хватает. Очень много. По нашим домам, а то все дети здесь играют. Тренажеры, качели, горки, футбольное поле. Теперь и для тех, кто живет в юго-восточной части Кирсова, на самой окраине. На этом месте была очень большая стихийная мусоросвалка. По просьбе местных жителей мы вывезли весь мусор, выровняли эту площадь. В этой южной части очень много деток отдыхают, они играют и в футбол, тем более, что для взрослых есть и спортивные тренажеры. Обустройство и установка 3 детских площадок, открытых в этом году, финансировались за счет капвложений – 209 тысяч леев и сельского бюджета – чуть более 30 тысяч леев. Екатерина Михайлова, Влад Табачук, Ирина Резунец. Новости ГРТ.